Зарядка к бодрости или чего-то там. Нет, зарядка хоть какого-то, как говорится, импульса жизни или чего-то там. Вот что такое нужное. Значит, здесь у нас идет переобувка на горные лыжи. Вот там у нас горнолыжный спуск. Здесь, к сожалению, посидеть нигде нельзя. И знаешь, что есть? Здесь есть на проспекте Вернадского есть Лукойл. И до него тут, в общем-то, 10 минут ходьбы. Там великолепный кофе. У меня купоны. То есть, если я куплю там кофе, то у меня будет расти, значит, количество купонов. И, в общем, и плюс к этому я еще выпью святого уколовского кофе. Я вот думаю туда, может быть, и двинуть с этого всего праздника жизни. Собака дрожит просто, ты видишь? Че ее привели на такой мороз? Да, ну вот, здесь горные лыжи с видом на Москву-Сити. Так, что это тут за офигенный очередь? Мама родная. Что это такое за... Только что здесь походил, никого не было. А, это тут соревнования какие-то. Тут какая-то, какие-то соревнования гнусные. Пошли-ка отсюда. Сваливаем. Дойдут до Лукойла, что других перспектив здесь особенно нет. Хотя, может быть, мне на фуникулёре вниз спуститься, как думаете?